С появлением в ВСУ тяжелых танков массой под 60 тонн появилась потребность в их транспортировке. Передвижение по дорогам общего пользования для танков вне выполнения боевых задач является недопустимым. Поэтому в Украине работает Ошкош М1070, тягач-транспортер армии США. Бронированная кабина тяжелого тягача оборудована системой защиты от взрыва, автоматической системой пожаротушения, вмещает водителя, одного члена экипажа и 4 пассажиров. Для работы в паре с М1070 предназначен пятиосный низкорамный полуприцеп М1000. Конструкция его гидравлической подвески позволяет приседать, облегчая погрузку тяжелой техники. Полуприцеп М1000 имеет 40 колес с системой регулирования давления в шинах, что позволяет легче преодолевать разные участки дороги. Полуприцеп оснащен двумя гидравлическими лебедками, каждая из которых развивает усилие в 25 тонн. Полезная нагрузка составляет 70 тонн на пониженных скоростях. Благодарю за просмотр и донаты на развитие, ссылка в описании канала.